твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Скрипачка, ведущая, певица, автор песен, участница городских мероприятий, выступала в Доме правительства города Москвы. Сегодня для всех нас исполнит композицию под названием «Конь». Ваши громкие аплодисменты. На этой сцене Маргарита Тимошенко. Идет такая вся себя хвост распушила. Но я приосанился тоже, как павлин птица. Нужно быть и с конем достойным такой же птицы. Мы идем навстречу друг другу, ей некуда деваться. И тут она говорит: «Привет, дай покататься!» Я тебя прокачу, я себя получу. Я такой же, как конь, я просто огонь. Я тебя прокачу, я себя получу. Я такой же, как конь, я просто огонь. Я тебя прокачу, я себя получу. Я такой же, какой, я просто огонь. Я тебя прокачу, я тебя не хочу. Не такой ты, какой, а больше огонь. Он больше огонь. Я тебя прокачу, я себя получу. Я такой же, какой, я благодарю вас. Ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо, Маргарита, огромное.